На будущее, если хочешь угнать машину, не одевайся как угонщик. Ты кто такой? Ты коп? Да ладно. Я что, похож на копа? Коп в красно-синем трико? Вы знаете, вы... Сразу видно, сэр, что вы могучий мыслитель. Сам бы я скорее подумал про конькобежца. Вот, пошла мысль, пошла. Правильно, в окно. Беги через окно. Отлично, молодец. Осторожно, ноги! Слушай, отвень по-хорошему. Это нож. Понял? Это что, нож? Да, это нож. Только не это, я боюсь ножей. Тогда отпусти. Господи, только не нож. А, ты повелся. Такой взрослый, а все в сказке верит. Что это за дрянь? Паутина, моя личная разработка. Тебе химический состав рассказать? Отпусти меня! Сейчас, сейчас, подожди. Пусти! Да пусти ты! Ну хватит! Чего тут смешного, сволочь? Да ты бы себя видел! Ага, считай, что тебе повезло. Теперь замри. О! Бдительный стражи порядка! Я его уже повязал. Ты в костюме! Руки вверх! Это вы мне? Ты кто такой? Неужели непонятно, зачем я маску надеваю? Стоять! Я делаю за вас почти всю работу. И что, вот она ваша благодарность? Итак, 38 лучших сотрудников и один парень в цветном трико. Все правильно?